Здравствуйте! Близится Новый год, и мы снова возвращаемся к теме новогодних деревьев. Я не представляю Новый год без запаха хвои и мандаринов. И сегодня хочется поговорить о новогодних деревьях, которые продаются на елочных базарах. Если вы не успели в своем саду посадить рождественское дерево или отмечаете праздник в городской квартире, то у вас есть три варианта. Первое – это срубленное дерево. Оно простоит у вас новогодние праздники, а потом вы его выкинете. Второе – искусственная ель или сосна. Очень удобно. Один раз потратились, и в ближайшие 5-10 лет вопрос с главным украшением праздника у вас решен. Третье. Новогоднее дерево в горшке или катке. Самая интересная позиция. На самом деле именно она является главной героиней нашего сюжета. Только вначале несколько слов про срубленную елочку. Пик ее недолог. Как там в песенке поется? Срубили нашу елочку под самый корешок? Теперь она нарядная, на праздник нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Сразу после праздника или долгих препирательств, вплоть до 8 марта, кто выносит елку, она отправляется в ближайшую помойку. Небольшой совет. Если вы планируете, что новогоднее дерево простоит у вас более недели, то выбирайте пихту. Иголки на пихте держатся долго. Иногда пихта может стоять не осыпавшаяся около месяца, а вот ель начинает сыпать иголки уже через неделю. Но вернемся к главной героине нашего сюжета. Новогоднее дерево в катке или в горшке. Что нам говорят продавцы? Продавцы взывают к нашим кошелькам, сентиментальным чувствам и неизменной верой в чудеса. Нас уверяют, что купив под Новый год растение, мы убиваем трех зайцев. Не двух, а сразу трех. Имеем украшения для праздника, бережем природу и экономим деньги, так как нашу ель или пихту можно оставить до весны, а потом высадить на даче. Вот интересно, кто из нас хотя бы раз не пробовал сохранить такое растение? Думаю, большинство. А у кого это действительно получилось? Думаю, лишь у единиц. Как-то так. Отдельная просьба. Тем, у кого растет такое дерево, напишите об этом в комментариях. А сейчас давайте разберемся, почему наши попытки спасти новогоднее дерево не приводят к успеху и можно ли с этим что-то сделать. Первая причина лежит в сорте и виде растения, которые нам предлагают. Что можно найти на елочных базарах? Если речь идет о небольших деревцах, то это в основном ель канадская сорта коника, кипарисовый клапсона, ель обыкновенная и пихта Нордмана или Abies thermodiana. При последнем названии сразу повеяло холодом и представился северный ландшафт. Крайний север, все в снегу, а посреди этого снежного великолепия стоит наша пихта. Ничего подобного. Из всего вышеперечисленного списка зимует только ель обыкновенная. Лавсона крайне не зимостойк, ель канадская зимостойка, но постоянно обгорает на весеннем солнце, а пихта Нордмана не что иное, как пихта кавказская. Ее выбрали как рождественское дерево за большое количество смолы. Она может не сбрасывать свои хвоинки очень и очень долго. Знаю одну такую пихту, которая, будучи срезанная, простояла как живая вплоть до 9 мая. Если вы задались целью купить растения, которые потом можно высадить на участок, то это должны быть зимостойкие культуры. Ель обыкновенная, колючая, сербская. Из пихт подойдет корейская или бальзамическая. Вторая причина кроется в температурном режиме. Для ели и пихт характерно такое состояние, как зимний покой. Когда при низких температурах у растения замедляются все процессы жизнедеятельности. Когда вы приносите растение домой, при высокой плюсовой температуре оно неизбежно выходит из этого состояния и начинает расти. А теперь представьте себе состояние растения. На елочные базары и к нам домой эти растения попадают в конце декабря. В это время на улице минусовые температуры, а у нас дома плюс 18, плюс 25. Как правило, после Нового года растения мы отправляем на улицу или на балкон, где снова минус. Причем еще больше, чем был в декабре. Скажите, какую волю к жизни нужно иметь, чтобы выдержать такую катавасию? Маленькая лазейка все-таки есть. Растение под действием положительных температур пробуждается медленно. Если вы хотите сохранить свое дерево, то в теплом помещении растение должно провести не более 3-7 дней.
Это как максимум уменьшит стресс и увеличит шансы на жизнь. И третий, самый важный фактор. Новогодние деревья выращивают по совсем другой технологии, чем растения для сада. Задача новогодней ели или пихты – простоять в помещении с 25 декабря по 13 января и не осыпаться. Задача того же растения, но для открытого грунта – радовать вас долгие годы. Поэтому при выращивании новогодних деревьев никто не задумывается о формировании корней. Главная задача – это красивая крона. Расстояние в питомнике между растениями маленькое. Шкалированием никто не занимается. И удобрение рассчитывается совсем по другому принципу. Питомник не обманывает вас. У него совсем другие задачи. На этом все. Удачи и здоровья вам и нашим растениям. Побольше снега и скорейшей весны. А пока с наступающим Новым годом. До новых встреч.